Всем привет! Сегодня у нас очередной роллинг сразу на двух аккаунтах моего подписчика. Один находится на китайке, второй находится на нашем сервере. Мы попробуем сегодня поролить на нашем ПАКЗе, там где дают Арктику за 15 слизней. В принципе, это дешевый подгон, но как показывает практика с четырех аккаунтов, на которых я сегодня ролил, надо хотя бы минимум потратить 50 тысяч самоцветов для того, чтобы выбить Арктику. Ну, посмотрим. Давайте сначала посмотрим, что у нас тут на китайке. Тут тоже какая-то акция идет на трату. Ну, как видите, ну тут сдают все-таки осколки Некроса. Можно 100 осколков собрать. Правда, надо потратить 160 тысяч. Ну, думаю, оно того стоит накопить. Так, смотрим, что у него тут за героя. Есть стрелок, хранитель, тыква. Ну, честно говоря, так себе героя. Не хватает многих героев, последних особенно. Ну, поехали. Посмотрим на китайский рандомчик. 450, и нам падает сразу же РС. Ну, это уже круто. Так, я так понял, у нас тут проблема с местами. Так, ну. Капитан Дрейк. Не сказал бы, что топ. Но смотрите, через раз падает Купидон. Герои падают через раз. Вот он, Бигфут, ребята. Блин, ну круто ролится здесь, ничего не скажешь. Он заказывал Бигфута на основном аккаунте, мы выбили на китайке. Бывает. Повторочка Ресика, Рино у него уже есть. Ну, это уже неплохо. Побежали дальше. Ну. Блядь. Да это просто жесть, ребят. Это просто жесть, вы обязаны поставить по лайку. Седна, Бигфут. Ну, ему будет чем заняться на китайке. Это однозначно. Так, опять увеличение просит. Ну, давайте возьмем увеличение. Мы тут героев уже набили таких, каких надо. Сердцеедка. Блин, ну круто тут падает. Что тут сказать? Еще одна сердцеедка. Атлант. Блин, да через раз падают легенды. Смотрите, что делается. Суккуб. Бля, это просто жесть. Че у нас так не падает? У меня ничего не упало интересного. Еще один атлант. Блять, Фрея. Просто, у меня просто нет слов. Фрея, Бигфут, Седна. Что дальше? Анубис, либо Стрелок. Дрейк. Это просто жесть. Насколько разница в роллинге. Я офигею просто. Самое главное, что эти герои сейчас нам не упадут на нашем сервере. А он их очень хотел. Бля, это жесть, ребята. Да, Китай, конечно, удивляет, как обычно. Ведьма. Так, ну, по 150. Блядь, еще и Гарпия упала, которая ему тоже нужна на основе. Ну, блин, не знаю, ребята, это просто... Просто жесть какая-то. Так, смотрим, что у нас тут есть. Коробочка есть. Давайте пооткрываем героев. Седна. Сердцеедка. Блять, это просто пипец. Бигфут.
Так, видимо, по-моему, у него тут есть. Сейчас посмотрим. Да, видимо, у него тут полно. Замедление, ремка. Давайте откроем рун. Так, давайте. Первый, первый, первый. Ну и коробочку давайте откроем. Бам, утекание. Ну, не знаю, пусть подумает уже, кому ставить. Я, в принципе, на китайке не знаю, какие у них тут фэншуи их местные. Пусть сами там уже определяются. Ну, блин, за 20к таких героев выбить. Блин, круто. Это вообще, ну, просто жесть. Сейчас мы посмотрим, что у нас будет делаться. Идем на наш русский сервер родной. Посмотрим, что у нас сейчас упадет. Что нам приготовила судьба рандома. Так. Ну, тут у нас, как видите, чуть-чуть побольше. И у нас тут идет акция в событиях на такую вот трату. Кстати, сейчас вернемся быстренько на Китайку. Я там не забрал кое-что. Призы надо забрать. Я не знаю, до скольки они тут у них. 16 часов еще. Ну ладно, заберем. Ну, как видите, тут немножко, мне кажется, поярче призы дают, чем у нас. Блин, ну, обидно, конечно, что на китайке выбили Сидну. Фрейю, говорю, да, этому. Фрейю, не сердцеедку, а Фрейю. Это просто жесть. И Бигфута. Вот его основной аккаунт, на котором он уже играет, ну, очень давно. Бывало, временами забрасывал его, то есть аккаунт еще с первого года открытия игры. Что у него есть? Такой вот дедушка, хранитель топовый, ворже неплохой, гарул тоже топчик одержимый, так себе, тыковка топовая, ведьма, ресик. Ну, тут по талантикам, я вам скажу, они так прилично у него прокачаны. Пидончик, ремка. Ну, а дальше уже пошел такой, блин, тех героев просто сюда перенести и все. И можно даже ничего не ролить. Так, что он тут хотел у нас? Фрея обязательно выбили, но не здесь. Бигфут выбили, Анубиса не выбили, Ронин там есть. Седну там получили, Заклинательница, Афина, Тесса, Рину, Стрелок, Череп, даже Гарпия у него. Тут нету Гарпии. Фрей очень хотел. Блин, ну выбили на китайском. Ну что, поехали. Так, давайте посмотрим его достижения. Что у него вообще тут открыто на этом аккаунте. Ну, волны АФ пройдено даже, как видите. Что по подземочкам у нас? Ну, с такими героями. До шестых дошел. 5-10 не зафармил, хотя странно. Должен был уже зафармить с такими героями без проблем. Одержимая вторая эволюция. Странно. У него все для этого есть. Так, что у нас получается? Нам надо немножко склад почистить. Тут тоже есть коробочка. В принципе, можно и не чистить. Думаю, нам места хватит. Может и не хватит. Сейчас посмотрим, как будут у нас легенды падать. Так, ну что? Ведьма. Сразу же причем. Это уже радует. РТшка. Стрелок. Пожалуйста, блин, ну, ребят, смотрите, сколько мы выбили сегодня. За сегодняшний день, вот, не знаю, роллингов было очень много у меня сегодня. Кучу имбовых персонажей, то есть имбовые просто падают один за одним. Стрелок, пожалуйста, просил стрелка. Получи. Давайте дальше.
ворожай. Ну, у него уже он есть. Так, друид. Блять, второй стрелок. Второй стрелок. Вот это пипец. Это просто жесть. Такие роллинги, это просто жесть. У меня даже таких роллингов не бывает. Ну, бывает, конечно, но... Дед Мороз, паладин. Блин, два стрелка уже. Так, рандомчик, давай. Слизь не надо. Ты что-то расслабился. Ведьма еще одна. Укротитель. Да, конечно. Ну, если он будет любитель играть героями на разных серваках, то мы, в принципе, все, что он просил, уже практически сделали. Так, ну что? Купидон, спасибо. Купидон нам не особо нужен. Ну... Блин, разницу видите, да? 20к слили и 2 стрелка только топовых выбили. Все. По сравнению с тем, что мы там 20к слили. Так, Гаргул. Ну это все хорошо. Где же герои? Блин, реально что-то... Люблю этот наш рандом, конечно, ребята. Так все хорошо начиналось. Ну блин, что это такое? Это просто жесть. Смотрите, даже рыцари, ну вообще пипец. Вот это засада, конечно. Это типа получили 2 стрелка, типа и отдыхайте, ребята. Хрен вам. Блин, ну... Куда это все? Ну куда эти все магазины? Блять, посмотрите, что делается. Это все, конечно, круто. Но я пришел не за этим. Малыш Ник. Блять, паладин, ну... Блять, просто нет слов. Нахрена нам этих 2 стрелка были в начале? Пять студенных рыцарей, но это, конечно, наверное, за 10к нереально. 4. 3. Блять, опять ворожай, ну куда его? 2. Атлантикорд, нахрена ты здесь надо? 1. Ну что, мы заберем Арктику? Как думаете? Блять, ворожай еще один. Ну куда его уже сувать? Ну хотя бы 2 королевы гарпии. 2 стрелка, 2 королевы гарпии. Ну это просто пипец. Есть, Арктику заберем тоже. Еще один купидон. Блин, ну не знаю. По списку выбили все, что просил. По сути... Здесь 2 стрелка, 2 гарпии. Там, блин, Фрея. Там Седна. Бигфут. Ну, ничего не могу сделать. Извиняй. Ну, я считаю, все равно роллинг эпический. Забираем награды, чтобы они не пропали. Насыпало красиво. Будешь играть на 2 аккаунтах сразу. Захотел, потестировал, пошел на 1 аккаунт, поиграл. Захотел, зашел на другой. Зато не надоедает. Собрать, собрать. Да, конечно, жалко, что Фрея нам там упала. Но ничего не поделаешь. Ну, зато Арктика есть. Это тоже большой плюс.
Так, давай откроем. Героев зайдем. Посмотрим, кто там с чем упадет у нас. Использовать, использовать. Потом перезальешь, если захочешь, какого-то одного. И что? И у нас еще гарпия, да? Откроем одну. Ну блин, ворожаев насыпало, конечно. Я бы сказал, куда. Так, у него тут есть еще накопленные карты. Я их, он просил открывать, я их пока не хочу открывать. Пусть покопит. Он и руны, как видите, копит с самого начала. То есть он там особо их не тратит. Пусть накопят, потом пооткрываем. Так, ну что, где там наша коробочка одна? Две коробочки. Шесть смен. Ну, смены мы потратим. Это я люблю тратить. Так, 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 так. И корка. Тут, наверное, даже некому ее ставить. Сейчас посмотрим. Так. Что у нас тут? Стрелок. Разброс. Бастион. Гарпия. Ну, поставим так. Ну что, смотрим. Решуем. Бам, стойкость. Эх. В принципе, стрелок со стойкостью хорош. Тут у него есть такое интересное. Хранитель у него с огненкой. Одержимый стоит. Арасик, Дрейк, Валька. Поставим стрелку однозначно. Тоже альтернативный вариант. Пока каменка выпадет. Заменить. И... блять. Ну это он уже сам подумает, кому поставить такой талантик. Не очень, но в принципе тоже иногда хорошо заходит. Вот так вот, ребята, был такой вот у нас сегодня, я думаю, интересный роллинг. Я уже засыпаю. Уже он, слава богу, три ночи по Москве. Но доролить надо было. Пишите в комментариях, как вам такой роллинг. Ну, я считаю, он достойный лайка, комментарии от вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всем по таким героям с бесплаток, там не знаю откуда хотите, пусть вам насыпят. Все, всем пока.